Всем привет! С вами семья Букиных. Сегодня я хотел бы с вами поделиться очень простым, но вкусным рецептом, который называется Auflauf. Auflauf это по-немецки, по-русски, к сожалению, не знаю. Для этого нам надо фарш 500 грамм, 2 помидорчика, лучок, 5 небольших картошин, сладкий перец, баклажанчик и майонезика. И все нам это нужно будет сперва почистить, порезать и уложить, чем мы сейчас и займемся. Итак, мы все порезали, приготовили для того, чтобы нам улаживать. И прежде чем мы это все будем улаживать, я бы хотел примерно показать, какой толщиной я нарезал картошку. Примерно вот так вот. Вот. Видать, хорошо? Ну, конечно, у каждого свои вкусы, каждый может чуть потолще, чуть потоньше. Как бы это большой роли так играть крепко не будет. Вот, кубиками мы помидор порезали, сладкий перец, как бы он же называется болгарский, всем понятно. Потом у нас баклажанчик идет и лука. Лука, конечно, я считаю, что немножко маловасенько, но моя супруга утверждает, что в самый раз. Надеюсь, так она и есть. Вот, ну и начинаем все улаживать по порядочку. Итак, начинаем улаживать. Сперва я возьму фарш. На самое дно, как говорится, это все сделаем равномерно. Потом возьмем соль, посолим. Еле-еле идет. Вот. Потом уложу лучок. Равномерно тоже, ну лука вообще мало, мне кажется, ну прям там его даже нету. Я считаю, что в любом блюде должно быть побольше лука. Лук это как масло в каше, не испортит. Вот, потом, я надеюсь, мы уложим, как полагается. Мне жена подсказывает, что я все правильно делаю. Картошечку. Равномерно, ну как бы можно так высыпать. Так вот все. Наскоряк, по-деревенски. Что нам здесь? Все для себя делаем. Потом тоже это посолим. Наталья, правильно? Вот. У меня хорошая подсказка. Моя супруга. Вот, посолил. Потом у нас идут помидоры. Нет, наверное, я думаю, не помидоры, а, скорее всего, паприка. Хотя, в принципе, разницы нет. Помидоры или паприка, как бы я и так бы насыпал, ничего страшного. Вот. Тоже сделаем все равномерно, красивенько, прям такие цвета радуги. Вот. Теперь берем баклажан. У нас уже совсем остается мало места, ну, нам
этого места хватит. Как раз все, как полагается. Баклажан мы тоже посолим. Что-то я, наверное, многовасенько соли везде понасыпал. Посмотрим. Ну, как бы я соли немножко больше люблю, чем моя жена. Как бы я больше всегда добавляю соли. Вот. Теперь помидорчиков. Так, помидорчиков. Аккуратненько тоже вылаживаем. Равномерно. И вот так вот у нас красиво получается. Да, если бы не было фарша, то получилось бы, наверное, получилось бы вегетарианское блюдо. Так, придавливать не будем, значит, что я и так понадавил. Так, теперь возьмем майонеза. И тоже все это равномерненько. Улаживаем. Майонез вообще опасная вещь. Его немножко покушал и пару килограмм прибавил. В общем, поел майонеза, пошел заниматься спортом. Самое то. Вот примерно вот так. Получилось у нас очень красиво. Итак, включаем духовку на 200 градусов. Ставим наше добро в духовочку. Закрываем. И пускай там она парится примерно час. После часа можно попробовать. И я думаю, что уже будет готовое. Итак, прошел час, мы достали наш ауфляуф и будем сейчас налаживать в тарелку, чтобы вы посмотрели, как он приготовился. Так, красиво он сверху немножко потемнел. Так, включим здесь свет, чтобы немножко поярче было. Так, это свет, да? Угу. Такой сочный. В общем, пахнет очень вкусно, смотрится, выглядит очень аппетитно. Так что желаю вам всем приятного аппетита и до скорого.